on my tongue, troubles yet to come. Раз, раз. Ну что, я начинаю, видимо, да? Запись уже идет или там? Отлично. Приветствую всех. Меня зовут Иван Веденин. Я один из основателей платформы Толока. Сегодня я расскажу о тех возможностях, которые наша платформа даст. У меня в запасе две презентации. Одна покороче, просто рассказать о платформе, а вторая чуть длиннее, чтобы рассказать уже о том, как с помощью платформы можно привлекать средства на реализацию ваших проектов. А есть тут в зале люди, которые не знают, что это такое Толока и как она работает? Поднимите руку. Ага. Ну, наверное, именно поэтому вы и пришли сюда, а не в какой-то другой аудитории, потому что я знаю, тут много параллельных секций. Итак, тогда первая презентация чисто познакомиться с нашей платформой. Значит, да, что такое Толока? Мы запускали ее в 2012 году, и идея была такая, что создать платформу, на которой белорусы сами своими силами будут решать те проблемы, которые стоят перед страной. То есть собираться, объединяться и что-то делать. Причем в разных областях, как в сфере социальной, экологии и образования в том числе и так далее. И вот прошло 5 лет, и как выглядит сейчас платформа, то есть что из себя представляет? Вот у нее есть такие 4 сущности. Это с одной стороны инструмент, с другой стороны это сообщество, с третьей медиа и такой акселератор для проектов и идей. Ну, по порядку пройдемся по каждому. Инструмент. Ну, какая главная характеристика инструмента? То есть он обретает какой-то смысл только в руках того, у кого есть цели и задачи. Тот, кто хочет там, ну, не знаю, если вам нужно прибить гвоздик и повесить картину, то вам понадобится молоток. Но если молотка нет, вы можете взять булыжник и сделать то же самое. Да? То есть инструмент, он только в руках работает. То есть Толока сама ничего не делает. Она делает только если вы с помощью Толоки делаете. Но это надо держать в голове и понимать, что вот для чего наша платформа нужна и подходит. Чтобы свою идею проверить, вообще она нужна кому-то, не нужна, собрать единомышленников, получить какие-то советы, как ее улучшить идею, ну и в конце концов собрать деньги. То есть, как видите, деньги – это не главное, что помогает собрать Толока. Ну, немножко вот как выглядит платформа, если зайти туда незарегистрированный пользователь. Единственное, что у нас уже 33 тысячи участников зарегистрированных пользователей. Вот. У нас есть сервис финансирования, это ну, краудфандинг, если таким международным языком говорить, ну и мы его перевели Толокошт, как более такой, ну да, постарались изобрести свой термин более легко произносимый, да, потому что мы столкнулись с тем, что слово краудфандинг не все могут выговорить. Вот примерная эффективность за это время, это примерно 300 компаний было запущено, смогли собрать хоть какие-то деньги около 60%, ну, значительные деньги собрали, наверное, около 40%. В абсолютных цифрах это вот такая цифра за ну, примерно 2 года было собрано, наверное, меньше, чем 2, где-то 1,5. Вот.
При этом наша платформа была запущена как некоммерческая, то есть мы не берем комиссии. Мы пока не знаем, это временная мера или постоянная, но она была выбрана не случайно. Мы хотели, чтобы наша платформа сама руководствовалась теми принципами, которые мы исповедуем, грубо говоря. То есть если мы говорим, давайте вместе делать Беларусь лучше, то и, соответственно, мы запускали эту платформу не для того, чтобы там, стать миллионерами, обогатиться. И мы вот решили искать другие способы заработать, нежели забирать часть денег у тех, кто собирает эти деньги. Вот. В частности, нас все время спрашивают, а на что же вы тогда живете? И мы вот пробуем делать проекты с бизнесом, какие-то проекты, ну, вместе с НГО, которые получили финансирование. Но я чуть позже скажу, какие модели. И самое главное, у нас у самих давно готовится такой большой проект самофинансирования, чтобы мы могли обратиться к пользователям и сказать, скажите, вам нравится, как работает наша платформа? Вас устраивает наш сервис? Если люди скажут «да», мы говорим, ну тогда поддержите нас тоже так, как вы поддерживали те десятки и сотни проектов, реализованные на платформе. Ну вот это наш такой план. То есть не ставить себя выше всех проектов, которые запускаются, а ставить рядом. Вот. Ну, пока не могу похвастаться большими успехами, но с бизнесом несколько кейсов мы сделали. Ну, к сожалению, у нас тут начались кризисные годы, поэтому это не так хорошо, как нам хотелось бы. Ну, идем дальше. Так, ой. Да, оп. Да что ж оно проскакивает. Да. Ну ладно, это уже следующий разряд медиа, да. То есть мы понимаем, что в современном мире невозможно создать какой-то успешный сервис, который не коммуницирует с потенциальными пользователями, сторонниками. И поэтому мы стали развивать собственные социальные сети, чтобы присутствовать, ну, практически везде, где есть наша потенциальная аудитория. И даже создавать собственные. Вот первым медиа мы создали — это SocNews. Мы помогли его запустить как такой сервис, где можно размещать новости общественным инициативам и бизнес, который является социально ответственным. И таким образом на это медиа приходит общественные организации разместить свои пресс-релизы, и приходит бизнес разместить свои пресс-релизы. И вот эти вот пиарщики встречаются и могут познакомиться с друг другом, как-то войти в кооперацию. Да? Это вот такое первое был наш проект, который мы помогли запуститься. Теперь он полностью самостоятелен, ну, потому что это не наша профильная деятельность. Второй, наверное, более вам известный проект — это проект «Имена», когда мы, ну, используя те технологии, которыми мы владеем, это крауд-технологии, мы придумали, как соединить журналистику и крауд-технологии. То есть, грубо говоря, пишется статья, которая цепляет людей, вызывает эмоции у читателя. И обычно читатель как эти эмоции выплескивает? Он пишет в комментах, делает репосты, говорит, ой-ой-ой, там что же это делается, куда смотрит там государство и так далее. А мы сделали очень простую, но эффективную инновацию. Мы в конце статьи предложили такую кнопку «Помочь». Да, если ты возмущен, ты считаешь, что надо что-то делать, ну вот перечисли немножко денег, и там уже проверенная инициатива, которая системно решает эту проблему. Это может быть общественная организация, ну да, чаще всего это все-таки общественная организация, а не адресная помощь. Вот, поэтому если вы тоже представляете какую-либо организацию, не знаю, как готовы ли они со школами взаимодействовать, но вот в принципе с какими-то такими игроками, которые ну, пытаются изменить существующий уклад, а журнал «Имена» работает. Сейчас он тоже полностью самостоятельно. То есть мы поняли, что делать такие отдельные медиа – это вообще, ну, как бы для нашей платформы не профильная деятельность, мы не можем этим заниматься. Наша главная миссия – это сделать платформу, где люди встречаются с другими людьми. То есть те, у кого есть идея, находят тех, у кого есть ресурсы на ее реализацию. А все-таки журналистика — это целый собственный мир. Поэтому мы пошли дальше. И что мы сделали? Мы запустили собственное Толока Медиа. Вот все мы знаем, что вот есть разные социальные сети, есть там Facebook, Одноклассники, там Instagram. И каждая сеть используется для разных вещей. Instagram, чтобы загрузить туда фотографию там вашей еды, чтобы мама знала, что вы хорошо питаетесь, например. Там Facebook, чтобы поспорить, аргументировать свою точку зрения, там что-то доказать. Есть там
еще какие-то специализации. Мы решили создать социальную сеть для тех, кто что-то делает. Вот если вы делаете проект на Толоке, только в этом случае вы можете вести блог на Толоке. И только в этом случае вас кто-то увидит. А увидят, ну, в принципе, вообще все ваши сторонники, но и другие авторы проектов. И в этот момент появляется такая новая тип социальной сети. Тех, кто делает. Да, и вы видите, что другие делают, вы говорите, что вы делаете, и тем самым находите помощника. Вот. Но эта социальная сеть бы не сработала, если бы мы не развивали сообщество все эти годы. То есть, с одной стороны, мы создали такой специальный раздел, в котором можно искать людей по умениям, по ресурсам, которые у них есть, по региону и даже интересам. Вот. Вы просто вбиваете там ваш регион, например, ищете там человек, который, не знаю, имеет камеру, видеокамеру там, или умеет писать статьи, или маркетолог, или программист. Ну, короче, ищите там, вот, например, такие вот есть у них меточки, по которой они сами про себя написали, что они могут это предоставить, если им проект понравится. Если не понравится, то не предоставят. Ну, такой как бы добровольный принцип соучастия. Вот, кроме, ну, как это работает? То есть, вот кто-то пишет, что ему нужен дизайн. Ну, человек читает и говорит, что я бы мог помочь по дизайну, если это не займет очень много времени. Да, то есть вот примерно такое взаимодействие и происходит. Ну, кроме этого, мы первые два года очень активно устраивали такие живые встречи сообщества, ну, примерно как это мероприятие. То есть мы собирали по интересам, презентовали какую-то идею, делились опытом. В том числе устраивали вечеринки. Вот. Ну, вот примерно, чтобы вы понимали, как это происходило. Вон даже в Имагуру мы делали конкурс «Раза Минск». Ну и последняя сторона Толоки – это такой акселератор. То есть понятно, что каждый, у кого есть какая-то идея и проект, он бы хотел получить ускорение, продвинуться в его или ее реализации. Ну и вот у нас есть несколько методов, как мы пытаемся, ну, содействовать этому продвижению проекта. Первое – это вот мастерские. Они реализуют такой принцип, что не, ну, мы считали, что у нас была такая гипотеза, что в принципе люди, которые что-то делают, они у нас есть. Но часто эти люди не знают друг друга. Ну, каждый изобретает велосипед, у себя там что-то делает. И мы объединили проекты в схожей тематике в такие мастерские, чтобы ты мог зайти и найти, с одной стороны, все проекты, которые на Толоке делаются в этой, ну, например, вот национальная языкокультура, город, инфраструктура, IT-тематика, ну, еще порядка 20, у нас там 30 тематик есть. Вы заходите внутрь и находите там вот 95 проектов, 127 проектов, и можете уже как-то кооперироваться, обмениваться опытом. Вот. Ну, мы думали, что там еще будет активное общение, но оно что-то не очень активное у нас. Вот, видите, там как бы одна-две темы. Ну, люди пытаются, ну, наверное, напрямую связываться более уместно, чем там устраивать какое-то обсуждение. Ну, либо мы просто еще не до конца доработали этот сервис. Вторая возможность для акселерации – это такие взаимодействия с бизнесом, то, что я рассказывал. Мы вот нашли в партнеры онлайнер Вилком и говорили, предложили им устроить такой конкурс городских проектов. Давайте мы вот найдем всех активных людей, которые делают что-то для города. Вот, устроим конкурс, ну и вот в результате где-то за два месяца от, вот тут плоховато видно, 352 проекта пришло, идеи, вернее, оформилось 40 проектов, потом жюри отобрало 23, ну и из 23 11 реализовалось всего за два месяца. При этом без нашей, ну, какой-то финансовой поддержки мы говорили, используйте ресурсы Толоки, вы должны реализоваться сами, а поощрены будут самые лучшие проекты. Ну и по результату 4 или даже 5 проектов было награждено ну, жюри, которое было сформировано, ну и призовой фонд составил $2000, которые выдавались именно командам проектов, как, ну, как просто приз. Типа, команда может сама решить, что с этим делать. Хочет, может вложить в развитие проекта. Хочет, может поделить между участниками команды, ну и как бы отпраздновать хорошенько. Вот. Мы посчитали, что вот в Беларуси не хватает таких, ну,
конкурсов, где бы хороших, активных людей просто поощряли без всяких условий. Ну вот, вот ты молодец, вот тебе приз. Да? Ну и вот наш такой был первый опыт, и на наш взгляд он даже сработал суперэффективно. То есть обычно, ну, предыдущий конкурс, которым мы были партнерами там, у CityDog, похожий там с конкурсом городских проектов, там выбрали из всех заявок один проект и дали ему денег на реализацию. И реализовался один проект. И при этом ему еще надо было помогать, потому что, ну, автор как-то сильно не ожидал, что как бы выиграет, типа, тут выиграл, надо делать. Ну и, короче, вот как-то так. Ну, мы посмотрели на это и подумали, что, блин, это как-то очень неэффективно. То есть столько классных идей, а реализовался всего одна. И мы говорим, нет, ребята, если у вас есть идея, вы должны доказать, что вы сами готовы в нее что-то инвестировать, свои силы. И это дало суперрезультат. То есть вот вместо одной идеи мы получили 11 реализованных, одна вне конкурса. То есть жюри такая посмотрела на проект и говорит, ой, ну что там за фестиваль уличных музыкантов? Ну кому это надо? Ну это делалось 100 раз. Ну, а человек взял и сделал все равно. И теперь у нас есть такой проект «Пешеходка», кто-то, может, знает, в Минске. То есть этот проект родился как раз в рамках этого конкурса. Человек сделал назло выбору жюри, но даже это осталось, ну, скажем так, замеченным. Нашелся меценат, который из своих личных денег $500 подарил этому парню. Сказал, молодец, продолжай в том же духе развивать этот проект. Вот. То есть, ну вот это, наверное, самый крутой. Вот, ну, кроме этого, еще примеры такого рода акселератора мы устраиваем. Это конкурс социальных стартапов, конкурс проектов для молодежи совместно с Будьма. Ну, мы такие вещи можем запускать, когда у нас есть партнеры. А этот пример, как бы он сам запускался, просто он захотел использовать нашу платформу, чтобы еще дополнительно получить охват. Ну, поскольку у нас уже больше 1000 проектов размещено, ну, соответственно, чтобы втянуть в свой конкурс нашу аудиторию, ну, это становится уже выгодным размещаться у нас. Вот, первая презентация закончена. Я на всякий случай вот тут выложил линк доступный. Вы можете, как это, по нему в любой момент зайти и там актуальную версию презентации увидеть. Если есть вопросы, готов ответить. У меня есть еще вторая презентация. Нет, все бесплатно. Да. Мы старались сделать платформу максимально такую открытую, чтобы она напоминала существующие социальные сети. Ну, как зарегистрироваться в ВКонтакте или в Фейсбуке, создать свою группу и начать какую-то движуху. То есть мы пытаемся делать, ну, по образу социальных сетей. Да. Ну да, сейчас я очень быстро пробегусь по кейсам. Наверное, самый такой удачный кейс образовательный – это финансирование курсов «Мова на ново». То есть он и так как бы делался без нас, но когда он пришел на нашу платформу, он смог получить финансирование, ну, в районе до 1000 рублей ежемесячно. То есть он опробовал на нашей платформе новый вид финансирования. Это такая регулярная подписка, где люди соглашаются, что раз в месяц с их карточки списывается какая-то сумма. Там рубль, два, десять. Там, вот. И они нашли достаточно количество людей, которые вот почти 1000 им перечисляли. Ну, не знаю, сейчас там есть какой-то цикл, что люди могут отписываться, поэтому может уже меньше 1000. Ну, вот это, ну, наши все, сейчас я тогда сразу кейсом перемотаю. Ну, есть вот такая статистика, просто чтобы похвастаться, да, что как мы развиваемся. Вот мы запустились в 2015 году, это было, ну, около 23 тысяч долларов. Второй год вот 170. Сейчас еще год не закончился, у нас уже 192 тысячи долларов мы привлекли. Ну, наверное, будет больше 200, но пока трудно сказать. Я, конечно, в начале года ожидал, что у нас будет вообще там в два раза рост, но из-за того, что мы разделились с именами, то есть имена пошли своим путем, как бы более таким журналистская история, то вот, ну, наверное, у нас не будет такого роста. Но для нас это не является чем-то критичным, потому что, ну, нам нужно, чтобы на нашей платформе люди действовали именно тем способом, который мы предусмотрели. То есть создавали сами проекты и делали, а имена все-таки там журналисты являются такими как проект-менеджерами, которые берут под крылышко проект и помогают, ну, закрывают все вопросы. Ну, такие проекты тоже нужны, но это не наша история, да? Мы все-таки рассчитываем, что мы будем
помогать людям самим быть активными, инициативными и ответственными. Вот. Так. Ну, давайте по кейсам пройдемся. То есть вот там один из первых кейсов, такой достаточно много собрал, это «Свинка Пеппа» по-белоруску. То есть собирали деньги на озвучку, чтобы те родители, которые хотят воспитывать детей на белорусской мове, ну, им было что показывать в качестве контента. То есть это у нас такая, скажем так, есть дефицит определенный. А второй пример, ну, скорее, как можно использовать краудфандинг, он не очень удался, но, скажем так, его подхватили в других местах. Например, Social Weekend последний, проводилось голосование, когда там смс-ка стоила рубль. То есть голосование рублем, на наш взгляд, это более ответственное голосование, то есть которое исключает накрутки. Да? То есть, ну, не совсем исключает, но как бы ко мне самому подходили и говорят: слушай, проголосуй на наш проект. Но я думаю, вот хочу я отдать рубль за то, чтобы поддержать проект. Если я в него не сильно верю, то чего я буду тратить? А так бы, если бы это был вопрос не рубля, я бы об этом не думал. Тут ребята придумали такую схему, что ты, голосуя за какую-то группу, формируешь призовой фонд, который достанется победителю. Вот в таком. Ну, то есть есть, конечно, выигравшие, проигравшие, но тем не менее получается, что люди формируют своим голосованием тот самый призовой фонд. Вот. Ну, у нас была попытка, она, нельзя сказать, что прям супер успешно окончилась, но тем не менее такая возможность есть. Она позволяет людям включиться в принятие важных решений. Вот. Ну, тут презентация тоже содержит какую-то информацию, она тоже будет доступна, если вам надо, вы потом более подробно рассмотрите. Моя цель сейчас просто галопом по Европе пробежаться, да? Все проекты есть на платформе. Хроники Нарнии по-белоруску. Они чем отличаются от Свинки Пеппа? То, что Свинку Пеппа один раз перевел, и дальше люди потом на Ютубе могут смотреть ее бесконечно. Книжки надо издать, и есть такой дилемма для того, кто издает, каким тиражом издавать. Потому что в зависимости от тиража стоимость копии меняется. И поэтому, чтобы это было доступно для покупателя, неплохо бы сразу какую-то партию там определить. Да, и краудфандинг позволяет сделать предзаказы, то есть собрать предзаказы и сделать вывод, сколько вам надо печатать. Да. Оно заменяет маркетинговое исследование. То есть если вы там подумываете издать что-то, то вы можете просто оформить страничку, как бы вы ее, ну, продавали, если бы она уже была выпущена, и как это, продать еще до того, как у вас издано. Ну, то есть вот, вот так это работает. Есть такой режим КСО, это корпоративная социальная ответственность, когда какая-то компания тратит деньги на решение социальных проблем. Это проект еще совместно с именами делался. Было в чем идея, что Красному Кресту нужна была няня для того, чтобы заботиться о новорожденных детях. Вот, запустили компанию, компания собрала вот 112 средств, и после этого пришла бизнес-компания и говорит: мы готовы еще 3 медсестры оплатить. Как бы. Потом пришел еще меценат и сказал: и я еще 3 медсестры. И в результате вот компания рассчитывала робко, что нам хотя бы одну медсестру, она в результате собрала денег на 7 медсестер. Да? И на основе этого кейса мы сделали такой вывод, что это так вот можно делать уже как бы продумано. То есть вот оно получилось случайно, но можно делать так специально. Приходите к бизнесу и говорите: слушайте, у нас есть классный проект, давайте вы вложите денег. Бизнес говорит: ну не знаю, а может он никому не нужен. Вы говорите: давайте так, мы собираем деньги с людей, и на каждый рубль, который дали люди, вы добавляете 1, 2 или 3 рубля. Ну, может 5, там, может 10, в зависимости от щедрости компании. И тогда бизнес-компания, в принципе, уверена, что она дает деньги на что-то нужное. Да, а вам потом людей легче убедить, сказать: ребята, вы даете 1 рубль, а там приходит еще целых 5 или там 3. Ну, выгодно же, правильно. То есть, ну, это называется такая челночная дипломатия. Вы с одними договорились, с другими. Ну, и тут искусство менеджера заключается в том, чтобы со всеми договориться и нарисовать красивый проект, который, ну, всем понравится. Вот. Ну, я позже скажу, какие необходимые, на мой взгляд, условия, чтобы проект был успешным. Поэтому немножко ускорюсь. Есть такая возможность собирать деньги, ну, закрытым сообществом. То есть в этом проекте у
Кате там погибли родители, и подруга родителей решила, что вот Катя живет на попечении бабушки и никогда не видела море, ну и было бы здорово дать ей такую возможность. И она запустила сбор средств чисто в своем Фейсбуке и под замком, не привлекая никакие СМИ. То есть, ну, то же самое, если бы она взяла банку и прошла по знакомым, сказала, давайте скинемся. Вот вместо того, чтобы использовать банку, поскольку мы не берем комиссию у нашей платформы, то можно использовать нашу платформу, там потери будут только на вывод денег, ну, как бы на обналичивание денег с кошелька электронного. Вот. Поэтому вот такие проекты тоже можно делать, если, ну, вы знаете, что надо куда-то что-то скинуть. Ну, можно, в принципе, на что-то хорошее там поздравить кого-то с юбилеем, да. Ну, вот 2% будет комиссия, но можно собрать деньги, по крайней мере, не только с тех, кто живет рядом, но и, допустим, с каких-то, поскольку вы работаете там со школой, там есть выпускники, выпускники могут разъезжаться по всему миру, ну, можно делать такие кампании на бывших этих выпускниках. Вот. Есть такой социальный краудфандинг, когда вы собираете на что-то значимое для неопределенного круга лиц, но точно знаете, что такие лица есть, осталось их только найти. Ну вот, например, люди, которые уважают, любят, ценят Бородулина, могли бы скинуться на Шильду. Ну и вот запускается такая кампания, подключаются СМИ. Это почти как прошлый случай, только в этом случае мы не знаем конкретно, кто эти люди. Ну, мы знаем, что они есть. Да? То есть, и, соответственно, тут уже кампания такая медийная требуется. Вот. Ну и есть вообще благотворительный краудфандинг, когда вы просто хотите решить какую-то социальную проблему, которая, ну, она очень острая. То есть тоже проект совместно с именами делался. Чем он отличается, компания, от всех предыдущих, что в предыдущих там есть какие-то подарки спонсорам. Да? То есть спонсор дает деньги, взамен получает какой-то подарок в благодарность за то, что он сделал этот взнос. В случае с такими благотворительными, то никакие подарки не предусмотрены, потому что деньги, которые дает человек, часть их идет на подарок, а, соответственно, уменьшается эффективность помощи. И чтобы этого не делать, и все деньги поступали, ну, адресно помощь, то тогда, ну, вот такая компания может запускаться. Вот. Кроме этого, я уже говорил, что мы запустили, ну, меньше года работает такая подписка. И вот деятельность курсов «Мова на Ново» была профинансирована таким методом. В чем сложность этого метода? Она заключается в том, что, допустим, взять разок, скинуться, чтобы что-то стало хорошо, ну, человеку легко решиться. А тут подписаться на что-то, что будет постоянно у него как бы деньги, ну, списывать с карточки, это сложнее. И поэтому требование к такой инициативе, которая просит регулярные платежи, она, ну, гораздо выше по доверию, по отчетности, на что тратятся деньги. То есть вы должны продемонстрировать, что вы, ну, занялись этим надолго. Да? То есть, как бы, понятно, что человек может отписаться, но вы должны демонстрировать готовность заниматься этим, ну, еще очень-очень долго. И тогда, в принципе, люди будут готовы подписаться. Вот. Но есть и неудачный пример, специально его включил, потому что вроде бы этот человек провел две успешные краудфандинг-компании, это «Свинки Пеппа» и «Хроники Нарнии» по-белоруску, а вот «Викенды», ну, кино в кинотеатрах, у него не удалось собрать, потому что он применил тут модель подписки, ну, что, на мой взгляд, ну, уже когда постфактум мы анализировали, почему не удалось, ну, не очень удачно оказалось. То есть людям проще, скажем, заплатить за вход в кино или купить абонемент там на 10 походов, чем подписываться на ежемесячное отчисление, при этом он не знает, он сможет в этом месяце сходить в кино или не сможет. Но ребята все равно как бы молодцы, они там привлекли спонсоров, там сейчас с Велкомом делают фильмы, поэтому сам по себе выход на краудфандинг, он, если вы делаете все правильно, то вы можете получить помощь оттуда, откуда не ждете. Да? Вот. Ну и, собственно, а сколько у нас времени? Вот вы можете сориентировать? Все? Тогда вот просто три вещи, которые надо сделать, чтобы была успешная краудфандинг-компания, чтобы вы уже, если надумаете, начали думать про это. Первое – это идея или проект. То есть идея – это, ну, некая креативная составляющая, с чем вы идете, а проект – это какие-то четкие результаты. То есть вы говорите,
мы там издадим книжку таким-то тиражом, книжка будет про это, вот картиночки, которые будут, то есть максимально описать идею и максимально четко представить, что будет сделано. И, конечно, оно подтверждается все какой-то суммой, которая вам нужна. То есть вам должно быть нужно ровно столько денег на вот это вот все. Второе – это система подарков. Ну, у вас должен быть ответ, что получит спонсор, если даст вам денег. Что будет, он получит за 1 рубль, за 5, 10, 20 – это очень важно. Потому что краудфандинг, он всегда строится на двух мотивациях. Почему он такой, как бы, это было как открытие в свое время. Потому что, с одной стороны, человек может захотеть достичь этой цели, да, этого проекта. Он искренне верит, что то, что вы делаете, это заслуживает быть реализовано. Это первая мотивация. Ну, такая, скажем, общественная. А вторая – личная. А что я получу? Как я стану, ну, приобщусь к этому результату? То есть это может быть символический подарок, как бы, да, что его имя будет вписано в историю там, и так далее. А может быть очень конкретный, как экземпляр ну, этой книжки, если это речь о книжке. Ну, в случае, допустим, с Шильдой, там надо уже подумать, там, да, может быть, есть какие-то именные издания с подписью, там, ну, порыться в этих подвалах там, да, у кого-то. И третье – это медиакомпания. Вы должны подумать, как распространить информацию, потому что вот без этого, ну, вот это просто никто не узнает. Да? И если вы не знаете, как… достучаться до ваших, до вашей аудитории, с которой вы планируете собрать деньги, то, ну, вы как бы бессильны. Наивно думать, что вы закинете свою идею к нам на толоку, и она сама там что-то сделает. На толоке можно найти, ну, процентов 10 аудитории вашей. В основном вас будут готовы поддержать ваши друзья, ваши знакомые, те, кто живут в том районе, где вы это реализуете, те, кто связаны как-то с идеей проекта. То есть, и, соответственно, до них надо достучаться. До кого-то можно достучаться через социальные сети, через ваши социальные сети, а для кого-то только через какие-то СМИ. И, соответственно, вы перед тем, как запускать компанию, желательно сходить, там, подружиться с каким-нибудь СМИ, главным редактором, и сказать: слушайте, мы делаем такую классную компанию, может быть, вы нас поддержите? И они станут как информационный спонсор. Ну, один из примеров, допустим, недавно там состоялась компания, довольно на большую сумму, 40 тысяч рублей, по-моему, или 30-40, короче, Сергей Делидович. Это белорусский спортсмен, который, ну, его там так отправили на пенсию, а он говорит: а я еще как бы здоров, силен и хочу поехать на Олимпиаду. Говорит: вот собираю деньги на тренировки. И вместе как бы его решили поддержать спортивное издание, «Трибуна», да, «Трибуна», еще там кто-то, «Еврорадио», по-моему. И вот они как бы собрались и помогли как бы вкинуть эту информацию в общественное поле, и в результате собрали деньги. То есть вот если бы за ним не стояло вот этих вот двух изданий, вряд ли бы что-то сработало. Да? Потом подхватили другие СМИ, но с ним как бы вместе шли. Поэтому собирайте команду и помните вот про это. Ну, у меня все. Как бы галопом по Европе.